Мы сейчас две рампаги на двух игроках получим. Да, вот это да, сенсация, сенсация, дамы и господа. В тебя никогда не было такого. Кастеры. Всем еще раз доброе утро, дамы и господа. С вами по-прежнему Годхан, Габлак. Вторая карта, противостояние Secret Liquid. 1-0 в пользу Secret. Уверенная победа на первой карте. 20 с небольшим минут им понадобилось. Ну и Пупи по старым чертежам идет. У него появляется опять этот Сайленсер, опять этот Никс, который делали предыдущую игру довольно активной. Да, саппорты остаются неизменными, и уже второй раз мы видим интересный выбор на центральную линию для ниши, и у нас в студии аналитики сказали, что отдают предпочтение Secret здесь, и кажется ребятам, что прям все три линии будут выиграны, посмотрим, как оно будет на самом деле. Из интересного мы видим, что Матумба пришел на центральную, да, вот этот снайпер для Матумбы оказывается именно здесь, и таким образом будет у нас в легкой отыгрывать Микки на Тине. Микки играл на кэрри раньше, и на Тине играл много, да, и, видимо, не захотел вот этот матчап стоять. Тине против Копы, и действительно, не самая приятная такая штука. Все, как мы видим, начинает стэк в этот раз, и в этот раз, да, на первом уровне уже неприятно. Ему настреливает Пупи по спине, еще и крипы на первом уровне очень болезненно пробивают, так что приходится отступать здесь. Но Зай спешил на помощь, но не успел. Я смотрю на эту бруду, у меня аж... Интересный сет такой, интересный, да. Несколько занимательных фактов. Resolution написал команда аналитиков, и действительно, на прошлом International финальные дни Insane и Resolve вместе работали на разных трансляциях и были в роли как раз-таки аналитиков. А сейчас эти ребята в топ-3 инта. И еще один такой интересный момент. Квапа еще на этом инте не побеждала. У Квапы стата 0.9. Это самый неудачный, неуспешный герой, который был на протяжении вот этого International. Ну ты прикинь, какая и уверенность здесь, есть в нише, да, что да. Они пикают этого и героя здесь, в ключевом матче. Я уверен, что матче. Они эту статистику смотрели. Если что, вчера был Ember Spirit в игре, которую Secret проиграли. У Эмбера там тоже все ужасно. У него там 35 появлений, ивенрейт меньше 30%. Здесь просто пикнули героя, который вот за 9 раз ни разу не выиграл. Слушай, ну был инт, где ЕГЭ играли на Разоре, а остальные все на нем проигрывали, они его продолжали. Безусловно. Выиграть можно на чем угодно, это такое. Статистика — это, понятное дело, штука, которая косвенно помогает предопределить мету и осознать, какие герои более успешные. Но в каких-то конкретных единичных матчах всегда можно сыграть на героя очень круто и... катку выиграть. Посмотрим, получится ли у ниши здесь. Ну вот, по статистике Ноксель 0.8% на Liquid давал на победу за International. Сейчас, конечно, эта статистика уже сильно поменялась, но, как мы видим, все эти цифры разбиваются об умении играть, моральный настрой. Да, и пока что вот обсуждалось, что именно у Secret должен быть лейнинг удачный, но не тут-то было. Ты посмотри на Микки, у которого 18 на 5 у Микки. 15 на 4 у Матумбы, 12-2 у Зая, так-то. Все пока что очень и очень хорошо, при том, что на бруде против МК стоять — это то еще удовольствие. Но здесь пока что стартовые уровни Зай справляется, и бокс ему в этом помогает. И достаточно безболезненно. Вот так и на Зайца. Пошли мангусы. Это ФБ для да, Микки. Это убийство, это First Blood для Микки. И... второй уровень Зай от стака не успел получить, и просто гибнет здесь. Добрый, еще на резолюшена. И так все идеально было у Микки по ластхитам. Закрепляет еще свое положение по нетворсам, еще и ФБ. Вообще все здорово на этой линии. Бокси получил второй уровень, в этот раз стэк тимом. Но нападать на манкикинг очень нападает, сложно. Нападает. Кристаллис превратился в дерево, пытается задоджить какие-то тычки под стэк тимом. А очень уверенно идут в атаку, но урона не хватает у Зая. В любом случае заставляют тратить ресурсы. Никс Ассасин 7 раз его да, но пикал это показывает, себе заяц, что и... да, 100% мидрейт у Зайца на Никсе на этом ивенте. И в целом у Никса там статистика очень и очень хорошая. Понятное дело, что Заяц там очень сильно эту статистику улучшил, но и остальные тоже. Еще одна атака побеждали на Кристаллиса. Кристаллису больно, Кристаллис гибнет просто. Под тимом куда лучше эта линия пошла. Мы помним, что ожидали этого же от связки Таск Энигма, но не получилось. Тем временем на топе падает Джакира. Да, есть первое убийство, также и от Secret. Ну и Бруда, винрейт тоже 100%. Сейчас винрейтик у кого-то попортится. А ниша пытается отпрыгнуть. Отпрыгнул, сноубол уже не докатывается и убегает отсюда Бокси. Матумба тоже еле живой, в нем еще и кортик там
торчал, прилетает. Три брейсбенда у Мата уже. Да, ну он просто в статы играет на снайпере, хочется иметь дополнительный урон, выживаемость и так далее. Зайн смещается снова на топ. Ну а тем временем Зайн на ботами. Скоро пятый уровень. В Резоле все неплохо на самом деле. Топ-1 по ласкитам в своей команде. 26 на 2 по нетворсу в топ-3 входит на данный момент. Да, тут дело в том, что у Клопы вот этой начало не самое хорошее, и Нише вообще на базу пришлось идти, вот только сейчас он на центр возвращается, и интересная раскачка у него, кортик в 3, блинк в 2, за счет блинка в 2 как раз таки удалось ганга избежать, если был бы блинк в 1, то скорее всего он бы не откатился и успел докатиться боксе. Без скрима играет Клопа. Ну, удобно харасить снайпера на центральный через кортик. Кортик закинул кучу урона. Резоль пытался нагнать Инсейнию. Добрая, да, с разворота. Бревно тоже. Но Резоль очень плотный. И колечко уже имеется при себе. Так что прогнать его с этой линии будет сложно. Рунка дабл дэмэджа. Разрушает ее пупень и оставляет Матумби. Ну это слишком хороший подгон был бы для снайпера. Резоль. Присыпали. Навес. Приземляется. 70 кп остается. Пытается давить его Микки. И что будет метать бревно? Так и есть. Добивает Резолюшена. Отлично сыграно, соло фраг от Микки здесь, и пока что у Liquid прям намного лучше дела обстоят, нежели на первой карте. Накричали, пытается пробить нишу, Матумба погибает, но в размен забирают и Квапу, Заяц бежит, Карапасы имеются, подкоп тоже, но ничего ему здесь не грозит, поднялся на хайграунд и просто ушел. Там размен... Ниша хотя бы убил первый, и за счет этого по нетворсу выровнялся, как мы видим, там поровну. Другое дело то, что, конечно, у Зая и тем более у Микки все прям очень и очень здорово. Да, Тини может очень рано вступить в игру, и это будет опасный герой, потому что мы знаем, что Тиник с хорошим уровнем, с каким-то быстрым даггером идет просто и взрывает практически любого героя. Мало кто может пережить его рассказ. Ну, Зай продолжает давить. Шестой уровень. Есть паучки, начинает гонять Кристаллиса, палка на развороте, Зай, загнали в кусты, паутина там имеется, пытаются его просто зонить от крипчиков, чтобы он меньше фармил и меньше экспы получал, но здесь и Матумба. Придется Кристаллису посидеть пока на дереве, атака на Инсению, Джакира должен улетать отсюда. Джакира больно, кстати, слушай, больно тут пробивают, два саппорта так да. неплохо прогревают, но герой плотный. И Инсейния просто отступает отсюда. Снизу вышку, судя по всему, секрет защищать не планируют. Там паучки, и оттуда Кристаллис просто улетает. И да, вышка сейчас очень-очень быстро там упадет. Слушай, бокси уже четвертый с лишним уровень. Быстрый шестой у Тускара, это всегда опасно. Атака пошла на Микки. Топовый нетворс. Будут ли сейф-телепорты какие-то, пока никто на Т1 не летит. У него 8 стиков имеется. Пошел навес, убегает за вышку. Есть еще и Резоль здесь. Микки выходит просто из арены. Нет, не выходит. Схватили его. Бьют о пол в арене. Ни одного сейф-телепорта. Хоть какой-то сноубол бы, чтобы уходить из арены. Да, но убийство очень важно. Конечно, они забирают топ-1 нетворса. Топ-1 нетворс, да. И у Микки был уже шестой уровень. Была вкачана ультимативная. За счет этого довольно много брони было, да. И не так-то просто было его пробить. Но вчетвером справились. Не было телепорта при себе. Мы видим, отсутствует он в инвентаре. Оплошность. Оплошность, конечно, когда ты играешь на героя с сейвом. Хочется иметь его при себе. Кристаллис. Выпрыгивает подальше отсюда. Бокси ждет, кому приземлиться. Приземлился, но рядом еще и Резоль имеется, так что Бокси здесь аккуратничает. Вкатываться не хочется. Несмотря на то, что он пятого уровня, вроде как и хай-левел на Резоля. А можно напасть, на самом деле, под шардики и так далее. Резоль попытается, наверное, убежать сейчас. Шарды, АСП. И убегает. И убегает отсюда, да. Слишком просто. Для Primal Beast'а. Матумба на центре. ПТ-шечка у нас вырисовывается. Не знаю, будет ли он играть через МОМ. Да, три в райсбенда ПТ. Дальше будет или МОМ, или Dragonlance. Что-то из этого, скорее всего. Здесь пика вроде как разве что из арены спасаться Monkey King и сейвить кого-то. Ну, Dragonlance ты в любом случае хочешь на снайпере. Ну да, дистанция атаки нужна вся. Нажимает стэк-тим просто для того, чтобы помочь зафармить снайперу эти стаки под шрапнель. Стэк-тимом. Да, все здорово. Мы видим, постакали... 4 лагеря, 3 Insane, 1 сам себе стакал Зай. И сейчас все эти стаки Матумба себе запирает. У Зая все очень хорошо. Ему дают поиграть на бруде. Сейчас выход в смоке как раз-таки в его область. Могут попробовать его зацепить. Ну да, Secret понимает, что Зай будет играть агрессивно. И нужно сейчас пытаться именно бруду вот эту зацепить. Через ультимативную Primal Beast'а может Заяц. Быть. Заяц уже, мне кажется, нашел, не догонит. Но не догнать, да.
Да, по крайней мере, курьера сбили. Курьера сбили, но выход-то все-таки за бурдой был, а Зай здесь выживает. Курьер тоже дорогостоящий. Смотри, они за курьера 300 получили на команду. Да. Это неплохие деньги. Инсейния тут вражеские стаки обнаруживает, а Матумба туда просто шрапнельку накидывает, и стаки сейчас зафармят, просто здесь Ликвид очень-очень быстро. Ликвид выгоднее эту минуту, по-моему, провели. Так и есть, безусловно. Там Блерстой выпадает, кстати, удобная штука тоже. И манапул, и мансануть где-то можно. Зай притаился в кустах, продолжает аккуратно толкать нижнюю линию, но здесь пришел Резоль. Плевки, да, и Паучков забирает, Резоль пытается тут же взорвать. Ну, одного получилось. Остальные энергенится в паутине. Пупей, 5-й уровень, с половиной. Книжка уже была, я так понимаю, 6-го у него нет. Книжку, наверное, отдадут Никсу, чтобы он быстрее получил Виндетту. И начинал какие-то поиски по карте. Поэтому Пупею придется потерпеть без глобала. Здесь, конечно, он не так критичен, глобала здесь нет. Но в любом случае, под сноубол Тускара ты тоже всегда хочешь иметь эту кнопку, если вдруг атака началась. Мики. Да, да, да. Мики просто подкачивается. У Мики все хорошо. И что важно, ему не нужно тут прям полноценного кэрри есть. У него есть Матумба на снайпере, да, и Мики просто тут линиями по факту свапнулся со своим тиммейтом. А играть будет все равно такого активного тини через блинк. Да, да. И уже есть все вот необходимые айтемы. Это ПТ, Soul Ring. И все хорошо по нетворсу. И блинк будет действительно буквально через минуту. И этот тини станет опасным, потому что тут есть и сайленсер, которого можно шотнуть. И на самом-то деле, даже если кристаллиза поймать, там с плюс одним каким-то тиммейтом можно плюс один сделать. И Квапа весьма уязвимый. Если там да, панч какой-то такое, будет Тускара, то много сладких целей для тини таких. Могут и взорвать. Зай подфармливает вражеский лесок. Да, Пупею опасно тут подходить. Ну, успевает Зай тут и лес подкрыть, и линию, да, спустился по нетворсам на 4-ю, сейчас поднимется, наверное, на 3-ю строчку, но в целом его это устраивает. Резоль. Набег на пауков. Да, ну, Зай поднимается пауков на хайграунда, и на этом как бы все. Пытается зацепить Бокси. Бокси под сайленсом. Есть подкоп, да, но должны в ответ забрать Никса. Будет размен, да. Зай тут вообще никак не уйти. А, там еще схватили а вот тем временем Зая. Там Соник Путинка есть вроде. Палкой за. Зай уже подрегенился, дебаф пошел, но не идут за ним до конца. Да, поднимается могло бы быть на ХГ. Хорошее убийство, но могло не случилось. Могло бы, да. И Матумба стоит в наглую фармить здесь. Очень удобно, статов много. Да, сыграет Dragon Lens. Дистанция будет атаки сумасшедшая. Ниша далеко, здесь уже дайгера и спад, и то, о чем мы говорили. Мгновенное наказание. У Пупея глобала не было, чтобы эту атаку поддержать. У Пупея тут чуть-чуть не хватало до 6-го уровня. Ниша прыгнула агрессивно, и за это мгновенно его Мики с блинком наказывает. Ну вот есть 6-й уровень у Пупея, теперь будет. Ну вот был глобал, бы он, да, Ниша бы мог бы себе позволить вот так сыграть. Ну а Резоль тем временем на нижней линии. Кристаллис пытается продавить топ. Забирает крипчиков. Тут как бы весь пуш на крипах, скажем так. Сам Кристаллис к вышке не подходит. Тем временем на центре приходится использовать фортификейшн, потому что здесь пошла агрессия, ворвались. Что по глобалу, Ассинейт пошел, Пупей погибает здесь. Макропира пошла, байбэк, тут же глобал, надо выходить из арены Манки Кинга. Добьют здесь Тини определенно. Там Соник Вейв отличный, от Ниши залетает. Ниша, можно попробовать добить, айтспад, да горит он здесь, да, пауки из него появляются. И размен, по сути, 3 в 2, но байбэк от Пупея был с использованием глобала. Но это выгодно, потому что они забрали топ-1 нетворса на тот момент, это был Тини. Да, пожалуй, для Секрет это поинтереснее смотрится, и вот мы видим наглядно это. В файт-рекапе. Денег заработали, вышку отбили, что немаловажно. Слушай, потому, ну если говорить вот именно про лейт-гейм, то мне кажется, лейт у Secret прям намного сильнее. Опять-таки, вот эта пара саппортов Nick Silencer чрезвычайно полезная. Вот повтор этого эпизода. Здесь действительно хорошо нашли Пупея, его убили, и у него не хватало тут маны даже на глобал, разве что через стики. И через байбек Пупей глобал нажимает, Ниша там врывается на снайпера, просто снайпера убивает. И таким образом размен неплохой для всех секрет получили. Бокси пытается уйти. Бокси Ман еще предостаточно. Сноубол в КД, единственное что, поэтому не засейвишься особо. Почему говорю, что лейт сильнее у секрет? Потому что мне кажется, если квапа будет прям большая, то снайпер здесь все не пробьет. Здесь и Monkey King, здесь и Primal Beast, и квапа.
и все герои прям достаточно опасные в лейте. У Liquid Бруда я все-таки так как пока что к ней осторожно отношусь. Да, винрейт хороший, и да, вот есть момент, когда ты с получением шестого быстро ломаешь вышки, собираешь ауры, прыгаешь. Резоль, айсберг пошел, макрофиру подстелили, добрая, Серизоль может погибнуть здесь, так и происходит. И ответка пошла по Мике, как бы здесь выжить, нажимаются карапасы, палка от Манки Кинга зацепили, запрыгивают на Мике, и Кристаллис пытается его добить, Мики погибает здесь. Ниша еле живой, но живой. АСП зацепили. Шарды, сноубол покатились под Т1. Панч, если что, имеется. Пытаются пробить там Сайленсера. Погибает Сайленсер. Заряжает Ассинейт. Кристаллис получает этот урон. Не критично. Отступает дальше. Добрая, с ней зацепили. Замедление по Кристаллису. Плевок. Не попадает АСП. Он пытается майнсить. Лесами палка на развороте, но этого не спасает. Даблкил от Матумбы. Да, Liquid давят. Вот это тот самый момент, когда Бруда действительно сильна. И Бруда может идти с командой, покупать вот эти ауры и достаточно много пользы приносить. Ну, у нас вторую карту подряд идет снайпер из-за спины и стреляет. Есть если такое, в предыдущем файте у нас Ниша смог добраться и через Sonic Wave накричать, выключить его как-то. Карапасы, шарды, отрезал, будет ли врыв. Отлично, не очень удачно, глобал кастуется, Мики нужно бежать отсюда. Я думаю, Тускара уже можно продавать, здесь Ниша должен добивать его с руки, так и происходит. Через патч отправили Никса в стратосферу, Резоль бежит. От Мики преследует его, с бревном подпрыгнул, а там Тамблерстой, ну и на этом тос все. Пытался на тос достать, но не получалось. Блинк еще в КД был какое-то время. По итогу Тусик-то все равно свой размен нашел. Тусик панчем успел отправить Никса отдыхать. Да, 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 это здорово. То есть, ну... И в этот момент появляется пайп у Зая. Тут вот буквально чуть-чуть не хватает. Это сейчас очень важный рецепт. Артефакт, потому что магического урона много. Да, здесь пока много. Что драки еще преимущественно на магическом дэмэдже проходят. Ждать Манки Кинга и Квапу, которые начнут с руки очень много бить, еще минут, наверное, 15, а то и 20. Поэтому сейчас пока на костах. И вот пайп эти косты немножко ломает. Ждем отката глобала. Пока... Долгое КД. 8300 нетворса у снайпера. Очень много фармит и уверенно фармит Матумбу. Да, Мом добрал, лес уничтожает. Дальше в планах пика. Для дополнительного сейва. Резоль больно может быть на самом деле. Ну, больно, да. Пауки его подгрызают, но все-таки он под Т2, и тут сейв-телепорт возможно на Пупе. Еще одна атака. Шрапнель пошла, замедляют его, но не пойдут давить его дальше. Так что Пупей спасается бегством. А тем временем Бокси поднялся на хайграунд. Сноубол в КД, укатиться бы не вышел. Ну и Мики там не мог его никак засейвить. Под кортиком и Вичблейдом урона, конечно, уже много Ниша вносит. И действительно, если какую-то цель он начинает бить, то это Тускар. Уйти он уже очень-очень проблематично. Самый бедный на карте герой. Есть такое. Поэтому с ним, наверное, Бокси, проблемы как правило, не должны на этом турнире на Тусике играл просто через быстрый блинк, буквально без ничего. Была одна игра, где он райспак купил, а так преимущественно старается на блинк накопить. Поэтому да, он сейчас разгон. Цель не самая плотная. Резоль просто отсюда пауков протоптал и приходится отходить. Пауков сейчас новых наделают очень быстро. Тут не против драку принять так-то. У Liquid есть пайп на команду. Да? И есть достаточно сильный Матумба. 1420 здоровья, снайпер, который может стоять в бэклайне и просто стрелять. Ну вот ему пик очень хочется получить, чтобы, если что, разорвать дистанцию. Или задоджить тот же Sonic Wave, попытаться откатиться от него. Пайп есть, да. Ну и Кристаллис фармит. Первым айтемом Блэкенбар на Манки Кинге. Да. Ничего себе. Ну... Но это не от хорошей жизни. Не от хорошей. Обычно на Манки Кинге все-таки стараются какой-то один айтем взять, да? На фарм, либо сабельку, либо молнии, хоть что-то, да. У Кристаллиса Манки Кинг 30 уровня, он явно знает, что делает. Пошли смоки. Кого могут поймать? У Пупея глобал откатился. Могут поймать, там потому что здесь на варге находится. Т2 упала. Просветка пошла. Мики запрыгнул. Ниша далеко. Пупея пытаются схватить. Будет ли сноубол? Зайд забегает. Есть сноубол. Они дадут глобал нажать, я думаю. Через панч его заберут. И на этом все. Мики спасаться бегством. И что, Sonic Wave будет? Зацепили. Накрывается поляна прекрасно. Нечем спасать Мики. Он погибает. Там макропир лежит. Sonic Wave на развороте. Но погибает при этом Ниша. Сгорел так, макропири. Просто сгорает здесь. Кристаллис. Бежать. Ну, шрапнелью пытаются его как-то просветить. Понятное дело, что слишком быстрый Манки Кинг и за ним не успеть. Поэтому отступает он отсюда. Размен 1-2. Более выгодный для Liquid, наверное. Глобал единственное, что остался у Пупеи. Да, можно и пока сейчас... что довольно сильно прям Liquid по Вижену переигрывают. Очень много сентрей во вражеском лесу. И свой подвардили, и... Да, стоит вроде два обсервера у Secret, но стоят они в таких зонах, что видят примерно одну и ту же область. И
не то чтобы много пользы дают, на мой взгляд. В это же время Liquid, раздевардив все и поставив свои обсерверы, могут себе позволить играть агрессивно и во вражеском лесу, и во вражеской тройке, и прекрасно понимают, где соперники находятся. Смоук тем временем от Secret у нас, и посмотрим, будет ли это удачный выход. Врыв от Мики, глубоко взорвали Купи еще до глобала, врывается Резолюшн, подблокинг Бэрон, начинается раскат, Мики опять еле живой, 400 крыльев набили, начинают бить его об землю, погибает Мики, но разберутся, возможно, и с Никсом. Нет. Да нет, Никс... не Они потеряли Мики, а забрать смогли там только здоровье потерял, но урона по нише не хватило, как и по Заю. И ну, таким образом, да, размен для Secret хороший. Primal Beast, который врывается, может вы... Ну, это два блокинбара, понимаешь? Да, это да, вот два да. блокинбара, купленные первым слотом практически. И на Primal Beast, и на Monkey King, и, конечно, вот этими моментами пользуются. Ну да, Liquid понимают, что сейчас БКБшек нет, кулдаун там продолжительный, и нужно просто идти в ногу Рошана забирать. Причем, не дожидаясь Мики, даже уже начинают этого Рошана избивать. Так а что, снайпер бьет много статов, у него предостаточно. Если Тускар еще подойдет с тактимом, там вообще все да, замечательно урона будет. Предостаточно, тут бесспорно. Тут именно фишка в том, что контестить Secret не могут. Без БКБшек своих. С Аегисом. Кстати, по ощущениям, до Батумбы-то особо и добраться не могут. Может быть, стоило Мики Аегис дропнуть, но... Видят, что в снайперах основная боевая единица, которая будет сейчас и внешний ТВР ломать. Да, но сейчас Матумба будет просто играть агрессивнее с этим самым Аегисом. Яблоко выпадает. Да, Никс вроде был вот самым богатым саппортом Заяц, да? Ну вот сейчас, ладно, обсервер сбивает, получает 84 золота и пару крипов, и вот Блинк наконец-то появляется на 21-й минуте. Что у ниши там? Тоже выход... Блокинбар выходит, да. Блокинбар, рецепт да. остается, и вот 900 монет рецепт будет. Я думаю, что до БКБ на нише Secret даже пытаться не будут. Учитывая наличие Aegis у соперника, Secret будут просто играть макро. Будут стараться как раз-таки вот под теми двумя обсерверами во вражеском лесу действовать. И как-то, может быть, вот тут защищать Т2 вышло. Купей в наглую опять вперед выходит. Такое впечатление, что байтит на себя и не против умереть. В случае чего... Купей, шарды отрезали, рейндроп нажимается глобал, но никакой ну, атаки себе. Нет, план глобал потрачен. Купей. Купей-то появится через 30 секунд, а вот глобала через 30 секунд не будет. Да и в целом драться против Аегиса Secret сейчас не особо хотят, ниша. Да, Матумба вкатывается на форстафе, нажимает мом, и Купея буквально там за 4-5 ударов удаляет. Пытаются найти еще кого-то Liquid, но у ниши, если что, хаста запрыгнули на него, сноубол, айспад. Не поможет ему хаста тут не поможет. Хаста тут не поможет, отправляет его в таверну, 2 с лишним тысячи преимущества. Резоль пытается сплит-пушить. Надавил на топ, крипы уже почти до вышки дошли, но здесь, на центре, как мы видим, Матумба вместе с Заем, с паучками уже ломают центральную вышку и используется фортификейшн. Ненадолго засейвили строение, но я думаю, что его в ближайшее время все равно добьют. Да, Матумба решил даже никуда не уходить, дождался окончания фортификейшна. Ну да, здесь еще 3 минуты. Отступать тут явно не стоит. И пока что Secret вынуждены вот прям вторым номером действовать. Кристаллис тем временем уже появляется у Матумбы. Выход в Дайдалус. Дальше будет Микки Блэкинбар себе хочет приобрести. Ну, но очень Дота больно... плюс при этом неплохие шансы дает. 38% это, мне кажется, вполне себе. Микки решил защититься. Все-таки, когда он инициирует, ему очень сложно выбраться потом из той передряги, в которой он оказался. То есть забрать какого-то сайленсера быстро здорово, но хочется нажать БКБ и еще продолжить как-то файт. Поэтому решил ну, есть обезопасить такое. Себя. Есть 3 БКБшки у Secret. И есть дезолятор у Кристаллиса. И посмотрим, смогут ли они как-то это дело реализовать. Заяц и Виндетту, и Карапасы сразу побаивается. Матумбу там еще и... Ну, да, он может... понимает прекрасно, что не один здесь Матумба и... должен быть где-то рядом Микки или Бокси, который может просто прыгнуть на тебя и вырубить. Вышка падает, это последняя. Все, внешние ТВРа уничтожены. Только хайграунд остается у Secret, и его нужно будет оборонять. Да, я но думаю, при этом по нетворсу Secret не проседают. В очередной раз демонстрируют вот эту вот свою макро-доту и просто в других местах стараются фарм найти. И сейчас будет выход здесь на Т1. Ну что, забрать... Вышку тут она еле живая, единственное, что фортификейшн есть. А, у ниши до сих пор блокинбара нет. Ну да, нише нужно сейчас дофармить БКБшку все-таки. Ну, заберет тавр. Никто не идет его дефать, так что вышка падает. БКБ появляется у Тини. БКБ, я думаю, сейчас появится у ниши. Инсейния с форстафом. Фортиков уже предостаточно. Так, Резоль выходит на охоту, разгоняется.
Да, конечно, заберут, но это легкий. Конечно. Не помогает здесь никак форстап. И тут не хочется даже прыгать, потому что там есть и глобал на контр-инициацию. Разменять БКБ, разве что можно. Да. Так, а ты прыгнешь на Monkey King, он просто БКБ нажмет, арену поставит, и потом непонятно еще, как выходить с этой арены. В прошлый раз мы видели, как Стини справлялись. Резоль ультимативную нажимает в арене Monkey King, и там прям любой герой сыпется. В смоках. Секрет знают тайминги окончания Аегиса. Миша, когда Эдаус выходит, я такой билд, по-моему, на КВП вообще первый раз. Буду наблюдать. Зай. Нашли. А Зая поймали. И это прям хорошее убийство. Его заберут, да. 50 секунд его не будет. Смотри, Секрет, несмотря на наличие Аегиса у Ликвид, действует очень агрессивно. Ищут по карте фраги, забирают вышки. Никак это не заставило их застопориться, там, пересесть на свою половину. Они играют очень бодро. Матумба засел в лесах. Здесь тоже Дейдалус у нас в планах, но он уже вот прям совсем скоро будет. Урона будет у снайпера тьма. Если до нее не добраться, он там тебе под момом со спины настреляет. Мама, не горюй. Блинк у Тускара. Интересно, это для более агрессивной игры? Или же, наоборот, для сейва? Стоять за спиной, просто врываться, прятать сноубол. Да на тусике это и то, и другое, но здесь, мне кажется, больше на инициацию будет использоваться. Почему? Вместо Потому что врываться? Был у Liquid момент, когда был перевес. Сейчас, кстати, я вообще не уверен. Да, есть сильный Матумба, у которого уже готов Дейдалус, и который может прям настрелять. Но если до него добраться, то дальше, мне кажется, просто нечем будет сражаться. Но ведь это супер сложно добраться до него. Да почему? Primal Beast влетает, нажимает БКБ и ульту. Ну, если все. Так, то да. Но так, это прям надо такой, попасть. Такой план и есть, мне кажется. Ну, там на реакции может попробовать какой-то форсик. Форсик нет. Там единственный вариант, что Бокси потом шарик спасет. Да, у Резолюшена уже тут появилась Икая, и уже выход в шибу. Этот билд я уже видел на Primal Beast от Резоли. Персеверанс он купил с заделом на рефрешер, который будет очень-очень нескоро. И добрал Каю, будет Шива, и потом рефреш. И вот когда все эти айтемы появятся, Primal Beast будет неимоверно силен. А такое впечатление, что игра тут быстро не ворвались на него. Макропира по трем героям заходит сюда. Есть глобал, надо как-то прятаться. Бьют Тускара, но это вообще не та цель, которую быстро хочется зафокусить. Забрали Никса. Инсейния. Там очень продолжает много дальше наплевывать. Купей пытается уйти отсюда. Заяц прятался в кусты. Кристаллис пока в БКБ. Добивает там же Микки. Из арены Микки вышел. Доубрес на развороте. Кристаллис запредной. И добивает оба атака Никса. Возвращается файт. Резоль. Матумбу сражается бьют. Как лев. Съели нишу здесь. А забьют ли Матумбу вообще? Матумба настреливает. Резолюшн. Доубрес пошел. Запрыгивает сюда Микки. Приземляет Зайца. Отправляет его в таверну еще раз после байбека. Минус. 5 суммарно от Team Liquid в этом файте. Пупей. Так, и тут еще непонятно, как хэкграунд защищать, потому что тауэр дэмэджа очень много. Liquid заходит на ХГС, катапульта с пауками, с Тини, который уже откилился и начинает пробивать вышку. Приходится глиф нажимать. Их счастье, что здесь нет снайпера, который бы настреливал еще слоу-граунда, но и так урона по вышкам предостаточно. Там хватает, да. Пупей. Надо быть очень аккуратным, потому что Микки может и ворваться под даггером. Из-за этого он его обвешал дебафами, чтобы даггер не мог. Да, но Бубей пытается вышку защищать, но не получится. Т3 падает, и Никки спокойно отсюда отступает. Телепорт. Там дэмэджа Бубею явно не хватит, чтобы забрать Тини. Да, не хватило дэмэджа сначала на Микки, и Микки на развороте там еще палкой Кристаллиса добил, а потом и на Матумбу. И ключевым моментом именно первый эпизод стал. Не вот этот, здесь-то еще более-менее все нормально у Secret. Здесь, да, теряют Зайца, но он сразу выкупится, сейчас придет в драку. А вот этот момент, там, где Кристаллис бежит, его настреливают, и он ставит арену, и просто не хватает буквально одного удара ему по Микке. И добей он здесь Тини, можно было развернуться и там как-то, возможно, еще помочь буквально одним ударчиком команде с Матумбой, и драка могла вообще в другое русло пойти. А так теряют Кристаллиса. Матумба сражается, Микки вот здесь еще в ключевой момент возвращается, прыгает и просто хоронит команду Secret. Не знаю, момент, где ты инициируешь на бесте в Тускара и его бьешь об землю, мне кажется, это уже как-то не очень такое. Хорошо файт стартует, когда ты одну из ключевых обилок контроля тратишь на четверку, у которой как бы 5000 нетворца. Secret хотят драку найти, причем мы видим 3000 денег у Кристаллиса на руках, и у него практически есть деньги на башер. Буквально 100 монет не хватает, можно баунти подобрать и башер принести себе в сражение.
Так, ну Резоль решил показаться на топе. Ну да, они Т2 хотят спушивать. Хотят. Фортификейшн используют. Телепортов пока так, нет. Так что, Алик сейчас на бараке зайдут снизу. Да, они по ботому будут стягивать туда. Прилетайте дефать бараки, потому что здесь пауки уже грызут. Да, и ничего ты с этим поделать не можешь. Оранжевый барак уже пал. Линия будет толкаться постоянно теперь. Тини на позиции. Ждет телепортов. Микки. Готов, если что, врываться. Пупию подставляться ни в коем случае да, нельзя. Здание, если что, отлетают. Да, они сгрызают. Сгрызают. Нажимают в смоки. Надо спасти паучков, хоть какую-то часть. Ну и в смоках отступают Ликвид. В любом случае, против Бруды отбивать эти бараки будет очень сложно. На постоянной ну, основе да, будут такое впечатление, просто в сторону Рошана отходят и будут там стараться второй Aegis и Shard себе заполучить. Смоук на смоук. Ликвид в смоке ждут просто своих оппонентов. Секрет запрыгнул выходит. Запрыгнул Мике, пытаются быстро пробить резолюшн. Резоль успевает нажать БКБ, и что пойдет в атаку, так и отличный есть. Отличный стан от Кристаллиза по саппортам. Инсейния на хайграунде, не могут его добить, он все еще там, там погибает уже Матумба. Там просто вот убили это Матумбу надо бежать отсюда. Ликвид, Мики пытается отступать отсюда, но слишком много урона по спине. Заяц контролирует, ждет окончания блокинг-бара, добивают здесь Мики. Байбек от Пупи. Ну, драка вообще идеальная для Сигрид. Потерять пятерку, да, не совсем понятно, вообще не проблема. И Рошан появляется Рошан, да, прямо Рошан сейчас. Есть. Слушай, а Зай тут... Да, он пайп навешивает на паучков, и паучки могут тут Резоля погрызть, но тут Кристаллис рядом. Нет, там палка от Манки Кинга отправляет их всех на тот свет. Ну что, нужно в Рошан найти. Нужно, но 25... Снизу линия отпушена, у Зая нет сейчас возможности там шороху навести и бараки сломать. Да, убрать какой-то... Куда, в Рошана? Да, пытаться айсфакт. Да не особо, мне кажется. Ты думаешь, опасно, туда Заяц прыгнуть может, и Ниша может прыгнуть. Ну, Рошан, ну, давай смотреть. Пол столба, слушай, спад, неплохо, шарты. Резолю больно, пробили. Резолю очень больно. Резоль. Ой, ну да, боксе лопнул. А где Тускар, собственно? Ну, боксе лопнул. Это Boundless Strike с дезолятором. И да, Ниша прыгает еще из-за Insane здесь. И вот он, Заяц, который прыгает, ставит центрик, подкоп неточный. Там, если что, еще и Ему Insane выкупается боксе и пытаются как-то спасти своего капитана. Но... Запрыгивает сюда Микки. Вовремя появляется Микки. Еще буквально тычка, тычки не хватает. Отпрыгивает отсюда. Нечем больше добивать. Ниша живет. Ниша все еще жив. Запрыгивается Заяц. Добивает. Джекирос. Сноубол пошел. Заяц пытается уйти на там. Матумба без блокинбара попадает в арену. Но он стоит, дерется. Запрыгивается на боксе. Патч пошел. Пытается забрать Манки Кинга. Его убивают. Ликвид перевернули этот Ликвид файт. Переворачивают драку. Да. И Рошан будет все-таки за Ликвид. Секрет. Повелись на вот этих саппортов, фокус... вроде выбили байбек, да, и по итогу все-таки в плюсе фокус оказывается. Фокус с исчезновением Маржа оправдал себя, он там закатился, да, исчез, да, у него выиграл время и у него был нормально. Матумба снова с Аегисом. Снова с Аегисом. Снайпера нужно убить дважды. Это и один раз делать непросто, хотя периодически удается у Секрет это провернуть. Да, ну и у снайпера теперь еще и граната появляется, на которой можно прыгать. Показывают нам повтор. Инсейния ну, да, здесь ну, жил очень долго. Промазал здесь Заяц, конечно. Ну, попади как... он станом, Инсейния бы вот это все уже не колдовал. И Микки бы даже не успел его спасти, по факту. Инсейния, да, там времени выиграл уйму. Заяц там выбирал момент. Кстати, там буквально полсекунды не хватило шардам, чтобы сбить дагер. И тогда бы и Джекирол здесь выжил. Так, лифт секрет потратили. И нужно как-то еще 5 секунд защищать нижнюю линию. И появляется блокинг-бар также у Матумбы по деньгам. Что делать с этим снайпером? Да, байбеков мы видим нет по причинам недостатка денег в основном у коров Liquid. Но это сейчас подформят. Что, Ниша на нижней линии отталкивает. Что, хайграунд готовы толкать? Матумба подходит сюда. Пошла шрапнель. Снайпер может удаленно это делать. Вижен только может какой-то. Там паучки имеются. Глифа нет. Да, паучки заходят, просто начинают вышку грызть. И нужно как-то их отспамливать по-хорошему. Но Матумбу нечем отспамить. Опасаются подходить. Шарды пошли. Врыв, подкоп, пытаются быстро убить снайпера. Пошел глобал, спрятали его. Форстаф выходит из арены, но хватает резолюшн на последнем снайпер пикселе. Снайпер не опасен. Да. Снайпер не опасен, но а он оказывается за ареной. Нажимает мом, Соник Вейв его сдувает. Врай, наверное, только Аегис. А Кристаллис уже погиб. Останется он здесь. А Кристаллис уже погиб. А Манки Кинга заставят выкупиться. Ну да, нужно выкупаться Кристаллису. Нужно команде как-то сейчас сетапить и выкупаться Манки Кингу и стараться
Secret как-то здесь выиграть драку через этот самый байбек. Ситуация уже очень опасная для них становится. Бараки падают. Глобала нет. Как вырваться? Врывается Зайц. Шопотков. Есть хекс. Тут же Глимит спрятали. Резолюшн въехал. Пытается разбить. Сноубол пошел. Спрятали снайпера. Айфат. Накрыли. Пытаются убить. Праймал Биста. Но еще по КП у Резолюшна. На развороте. Мартумба нажимает по КП. Резоля прикончили. Есть у него выкуп. Должен окупаться, наверное. Драться хотят. Ну, нужно, да. Но просто не хватает дэмэджа. Таск отлично сыграл здесь. И во время нападения на Матумбу просто есть подсейв через блинк сноубол. И Матумба потом спокойно на гранате отпрыгивает. И с дайдаусом этот снайпер уже очень много урона вносит. Упала первая сторона. Начинает падать вторая. Т3 вышка. Лопнула. Пупей, здесь следующий Пупея. Плевок. Пол столба нет. Но Матумба решил не идти в атаку. Там еще форс. Там ГОСТ решили, что бараки гораздо интересней. Выкупается Никс. Резоль пока сидит в таверне. Есть телепорт сюда. Решили отступить Ликвид, но на самом деле они почти сгрызли вторую сторону. Там остался оранжевый барак. Это не критично. Линии так будет пушиться. Да, буквально у нас остается два барака у Secret здесь. Милишный снизу и рейнджовый в миде. И им, да, дэмэдж по героям. Мы видим, что Микки лидирует по этому показателю на своем тине. Ну а по строениям, да, тут все понятно. Тут Зай поработал в начале игры на своей Брудмазер. Сейчас же всем этим занимается Мату. 12 тысяч урона по башням. $4200 на руках у снайпера. Это, конечно, сумасшедшие деньги. Но Мату будет играть аккуратнее сейчас, потому что... Да, можно спокойно следующий айтем дождаться. Я думаю, что они могут даже Рошана следующего подождать. Могут, и сыграть могут просто на верочку максимальную. Хотя Рошпит — это не самое лучшее место для файта. Там может быть и глобал, и арена, и уже не так сладко тебе. Думают, кому дабл дэмэдж отдать. И отдают по итогу Микки вообще. Но он сейчас попробует, может, с бревном запрыгнуть и... Да у него Аганим. Смок нажимается. Если его не законтролить, он может просто всех вырубить, кто в снайпера попытается ворваться. Видят здесь Резоля. Что, может Микки попытаться как-то напасть. Да, есть его... и Хекс, есть и Тос, есть и Панч, если что. Выбирает, чтобы позицию, законтролить героя. Микки, дабл дэмэдж, еще половину времени. Поднимаются паучки на хайграунд, показывают Резолюшна, показывают Пупея. Там в рейнджовый барак дэмэдж пошел. А тут Милишный падает. Причем падает очень быстро. Тут две катапульты настреливают. Liquid Fire тоже работает. Надо сейвить как-то барак. Резоль подходит сюда. Катапульты все еще стреляют. Врывает сюда. Микки пытается нишу взорвать. Выживает ниша. Еле живой правым бис. Надо бежать отсюда. Поляна от Monkey King. Вроде неплохая, но Blackened Bar готовы с ним драться. Матумба настреливает. Да, дэмэджа просто нет. И заставил просто выйти. Нет. Из собственной арены ломается барак. И это... Secret вынуждены отступать на фонтан, падают бараки снизу и сейчас упадут в центре, и это будут мега-крипы для Liquid. Ну что, переходим в деф-стадию, как говорится. Переходим, но очень сложно. Конечно. Микки заврыв просто двум кором по 80% хп где-то выбил. И дальше Матумба стоит с дистанции и просто спокойно настреливает. Сейчас еще и 37-я минута, начинают выпадать предметы четвертого тира, и Liquid... могут спокойно эти предметы пособирать и пойти заканчивать эту карту и сравнивать счет в серии. Зай здесь дает всю нужную разведку, и на него просто-напросто не напасть. Да, у него есть 4000 денег на руках, но это Бруда, у которой просто 3000 хп, ауры. И непонятно, что нужно секретам здесь сделать, чтобы эту Бруду забрать. Да Бруда далеко не первая цель, которую ты хочешь убить. В том-то и дело, да. Там есть еще и два дамагера таких интересных, как Тини и Снайпер. И все это под глимерами, форстафами. Надо рассчитать урон. Да, сатаник. Есть сатанику Мату, и уже половина баттерфляя. 3000 хп, как его вообще быстро можно убить при таком лайфстиле? Это очень сложно. Это очень сложно. Ну да, 17... Кристаллис пытается выйти в рапиру. Посмотрим, успеет ли собрать. Мне кажется, что Liquid могут и не дать через вот это хекс время. Атака, как же больно, пауки, да, делают, взорвали. Время там еще снайпера. Драка чуть выше. Праймал Биста поймали. Нет. Резоль в спину от снайпера получает тонну урона. Не получается, Никс. Не получается. Здесь есть и сатаник, есть и граната. И спокойно отпрыгивает Матумба из-под этой атаки. И минус 3, и идут в трон. Идут сравнивать счет в этой серии Liquid. Да, есть вроде два байбека у Secret, но помогут ли нажимают они? Покупаются герои. Никса, правда, нет. Это такой инициатор. Неплохой. Заяц ступает.
потихонечку настреливает патрону Матумба. Ниша запрыгнул, тут же схватили, Фекс не успевает выдать Sonic Wave, патч пошел. Есть, Сноубол забрасывает деревьями, Мика просто всех и Резолюшн отправляется в таверну. Ой-ой-ой-ой-ой, good game, well played. Liquid равняют счет, все переходит на третью решающую карту. Ну как мы и просили. Да, такое часто бывает на поздней стадии хороших турниров, когда первую карту, кажется, выигрывает одна команда и выигрывает достаточно легко, а на второй просто мы видим...